День добрый. Всем показываем новинки наши, то есть которые мы протестировали в этом сезоне. Новинка была, это вот томат Поттер. Мы его как бы позиционировали как небольшого веса томата, где-то до 200 грамм, кистевые и с хорошей устойчивостью. Но у него здесь его преимущество — это устойчивость к тёвой. В принципе, хорошо выносит жару, то есть температура сейчас у нас была на улице 38-40. В принципе, как бы состояние куста видно, да, то есть как бы уже две кисти сняли уже. Это мы сейчас можем наблюдать, только это вот третья кисть не полная, да, то есть как бы четвертая кисть, пятая кисть. Ну, была жара, перепад небольшой, те самые. Разобрался? Шестая кисть. То есть 6 кистей и как бы горшкуем. То есть как бы внешний вид.